Привет всем гостям intellbet.ru, я Виталий Сапраненко, и сегодня бы хотел поговорить о матче аутсайдеров чемпионата Беларуси по хоккею командами Бреста и Витебска. Накануне эти команды провели довольно разные поединки. Брест неожиданно, но уверенно выиграл дома у Могилева, а Витебск вполне ожидаемо сгорел в лиде 1-6. Очень показательно выдался второй период, который медведи провалили 1-5, и уже, конечно, ни о каком сопротивлении речи не шло. Что касается Бреста, то по-прежнему это очень молодая команда со своими амбициями, но все-таки очень нестабильная. Выдает два подряд на гора поединка хорошего уровня. Я думаю, будет им очень тяжело. Как я уже сказал, несмотря на уверенную победу, борьба была все-таки в Бресте. А вот Витебск фактически уже не сражался с Лидой в третьем периоде. Я думаю, что сэкономил больше сил. К тому же витебчане сейчас в такой небольшой полосе неудач, и победа очень и очень нужна медведям. И в этом году Витебск все-таки имеет неплохую статистику именно с Брестом. Фактически команда не проигрывает. Правда, вот последний поединок в Витебске завершился со счетом 0-0. Надеюсь, на этот раз медведи сломают эту неприятную традицию забивать мало или не забивать вообще, и получится весьма у них содержательная и результативная игра в Бресте. Удачи всем!